Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трэш. Вчера мы потратили 200 на выбивание нового героя. И сегодня я забираю вот такие вот плюхи. Это, конечно, не все плюхи. Много плюх у меня здесь вот осталось. Мне некуда их тратить. Плюс я еще дополнительно получил кучу разных плюшек. 835 я забрал, еще плюс 550, большие паки, кучу итемов дали, то есть сейчас покажу. Вот такой вот, все большие паки забрал, где было это магическая пыльца, тут был еще один пак за 50, мы тоже его забрали. Также пак, так, у нас есть Shopping Spree, Update Gifts, вот такие вот плюхи неплохие. Вархаммер 5. Что еще здесь интересного? Ну, короче, скины на здания, куча сумок разных, камней, эмблемы 8, Apex кристаллы, сумки, сундуки. Короче, все, что хочешь было, я это все забрал. Поехали, Виталий, сейчас посмотрим, что у нас по плюшкам за один заход. Так, что у нас тут есть? 2450. Ну, мне уже нечего качать. Мне кристаллы не нужны. Давайте откроем эмблемки, освободим места и пойдем ловить нового героя. Так, хорошо, с этим разобрались. Так, это пятые сумки. Вот восьмые, седьмые. Тут бонусами за один большой пак столько надавали всего. Так, такие сумки. Вот мы только открыли эмблему, вот, пожалуйста, еще прибавка сразу же, плюс 1000 почти. Такс, шестые тоже. Ну, в общем, для прокачки героев тут уже всего с головой хватает. КГшки откроем. Так, где наша магическая пыльца? Поехали. У меня есть, сколько у меня там героя, какие-то осколки нам дали, вот он 48 уже, я еще с бесплаточки сегодня вытащил. Поехали. Сколько у нас плюс? 175, вот так вот. Давайте попробуем. Так, камешки. Сумка шестая. Да блин, не давайте мне эту всю дичь. Давайте мне вот это. Осколки давайте. Значки почета, блядь. Они издеваются. Давайте до соточки. О, ничего себе, два раза дала. Нифига себе. Я же тоже думаю, там красный камешек полетел. Значит, бывает, что дает по два приза. Сейчас посмотрим еще разок. Странно. А, два раза, блин, эта шкала у нас заполнилась. Так, ну давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну, такое себе. Я бы не сказал, что очень топово, но для бездоната любая такая плюха, это реально кайф. Так. Поехали, откроем. Скин я вам уже показывал. Так, на стрелка дополнительно дали. Интересно, сколько? Ну, штук 60, я думаю. О, ничего себе, 103. Нифига себе, вот это да. Это шанс, ребятушки, очень неплохой его словить. Ну, уже половина есть. За 800 или 900. Только половина, но мы еще не все доролили до конца. Поехали. Значки почета. Так, еще один. Apex кристаллы. Вот, видите, сразу по два дают. Ну, то есть дают 5. Отлично. Ну, в принципе, я вам скажу, довольно так неплохо собирать его. Конечно, эта акция еще сколько там, 2 дня будет. То есть, по сути, обновится завтра и послезавтра, у нас еще акции, и больше мы его
Не знаю, сможем ли достать где-то. Так, сундуки и этот. Смотрим. Ну, 120 есть? 142, ребята. Я думаю, завтра мы таким темпом, если они опять добавят, должны собрать. 142. Плюс тут еще 150 будет. Как минимум. Ну, если завтра еще раз так 180 дадут, то, в принципе, у нас шанс есть. Да, блин, ну куда камни даете? У, девятый мешок. Еще два раза нам надо, чтобы его словить. Вот так вот вытащили девяточку. Девятая, ребят, эмблема. Это новая плюшка. Смотрим, сколько у нас есть. Ну, где-то 150, я думаю. 144. Ну, блин. Плюс 100 осколков. Еще немножко осталось, и мы дособираем этого героя. Это жесть. Это жесть, ребята. Ну, я думаю, сумки будут продавать, мы его соберем быстрее. Так, окей. Что у нас осталось? Два дня? Ну, два дня, если на английском все будет нормально, то, я думаю, соберем. Такс. С этим разобрались. Поехали посмотрим на ту сумочку. Вот так вот она выглядит. Prime. Prime сумка 9, ребят. Некоторые ребята с бесплатки повытаскивали. Что тут падает? Тут падает... Действительно офигенные эмблемки. СО, Пакт, Рвение, Ремка, Водушка, Анархидем. Ну, короче, тут все самое топовое падает. Let's go. Бум, воодушевление 9. Просто то, что надо. Я показывал вчера тыковку с Водушкой. Реально кайф. Так, тут у нас, по-моему, стоит Водушка. Тут я не помню. Вот отлично. Еще девятое воодушевление одно. Сейчас мы еще накуем. Сейчас посмотрим, что нам надо. Так, 4. Раз, два, три. Тут у меня, по-моему, девятки стоят. Так, тут надо вкачать 13-й скилл. 13-й. Так, раз, два, три, четыре у меня есть. Давайте, наверное, поставим оживы. Надо сделать оживы. Девятые. Они тоже очень востребованные. Ну, вот такие вот, ребятушки, дела. Вот я как раз могу сделать. Раз. Ха, красных этих кристаллов не хватает. Так, одну сделали. Видите, 210. Так, есть. Делаем еще две. Два. Вот, три. Отлично. Поехали, цепляем одну вот сюда. Блин, девятая. Девятая, это просто жесть, ребят. Плюс 116 тысяч жизней. Я офигею. Я просто пикею. Так, кто у нас еще? Тут девятая водушка, водушка жива. Ну, вот такие вот, ребятушки, дела. Фух. Неплохо, неплохо, я вам скажу. Это радует. Значит, завтра, послезавтра мы уже его соберем. Завтра у нас еще понедельник. По расписанию, да. Так, поехали сюда. Попробуем тут еще дополнительно вытащить какие-то плюхи. Тут и камешки дают. Здесь не поменяли, на русском сервере поменяли награды. Ну, тут как обычно. Никуда ребята не спешат, делают бабло. Такс.
Сколько у нас еще там, кстати, монетки дали бонусом, видите, 99 штук. Но я пока их не трачу. Я подожду, тут есть акция. Неплохая, я уже показывал, где можно и мешки на архи получить. Так, максимум у нас. Ну и шоппинг спри есть, я оттуда позабираю. Сейчас посмотрим, какой же. Вот смотрите, как черепа падают. Жесть, просто сегодня прет. День черепа. В общем, неплохо так мы затарились. Идем к 10. Ну, я думаю, 10 мне лямов самого не соберем. Быстрее соберем, думаю, этого героя. Куча расходников с 5. Могли бы уже увеличить, блин, почту до 100, например. Видите, здесь брат, конечно, у нас топовый. Даже так хорошо. Так, давайте уже добьем, чтобы я уже не возвращался еще чуть-чуть. О, ложный выпад, ничего себе. Прям мега удача. Ничего себе, воодушевление даже дали. Это жестко, ребята. Так, что у нас сегодня в шоппинг спри интересного есть, что будем забирать. Сейчас посмотрим, у нас там попыток 60-65. Ну, видите, все поразбирали, народ сметает все под ноль, потому что, ну, неплохие плюхи. Так, это восьмерки. Что здесь интересного есть? Камни нафиг не нужны, апекс кристаллы тоже не нужны. Короче, тут только вот это надо будет забирать. Камни на прокачку. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Я не буду вам уже следующие акции показывать. Возможно, еще на русском засниму, как я буду вытаскивать. Всем удачи, всем пока.